собака, кто-то сказал кенгуру, я иду уже к вам. Вот, у меня есть для вас кенгуру. Привет, друзья, вы на канале Дим Витыч и Маша. Это что, новая игра? Да, это кенгуру челлендж. А это мы должны посмотреть. Смотрите, здесь есть какой-то кенгуренок, у него есть какие-то аксессуары, и по идее он должен прыгать, и эти аксессуары должны, ну как бы, с него разлетаться. Давайте распаковывать. Ну да, эти инструменты нам нужны для челленджа. Давай посмотрим, что там. Так. Ну, кенгуренок, давай смотреть, что ты нам здесь приготовил. Так, здесь какой-то такой вещевой мешок, да? Ой, кирка, да. А это что? Кто мне подскажет, что это? Полотенце. Не, а, это рюкзак. А это, Маш, что это такое? Тоже какой-то рюкзак. А, это тоже мешок какой-то, там, наверное, спальный мешок. А это рюкзак, а это лампа. Сковородка. Точно, похоже на сковородку. Это какой-то ошейник. Так, Тим, а у тебя что еще? А это кто? Смотри. Ой, какой пусюсюсечка. Ничего себе. И самое главное, шляпа. Да, он же ж на раскопке едет, а там солнце. И лопата. Так, давайте расскажем правила игры. Итак, правила игры. Смотрите, мы наклонили нашего кенгуренка. Там у него есть специальный механизм, который сработает только тогда, когда неправильно повесишь на него какой-то аксессуар. Вот примерно Тима показывает, как они должны на кенгуренке висеть. Но выигрывает тот, кто последний повешал, и у него кенгуренок не распрямился. Ну, то есть, если кенгуренок подскакивает, тот и проигрывает. Понятно, да? Так, начинаем. Ну что, как всегда на дзынь-дзынь-цок? Да. Давайте. Дзынь-дзынь-цок. Опять Тима. Маша, ты что, все время Тиме поддаешься? Тима, выбирай аксессуар, какой ты будешь вешать на нашего кенгуренка. Вот эту штучку? Ну, давай, пробуй. Так, положил, не подпрыгнул кенгуренок. Маша. Маша, не подпрыгнул. Теперь Тимофей. Это сейчас самое легкое, потому что... Маш, наверное, на другую сторону вешай. А нет, все правильно. Сейчас мы покажем, как оно вешается. Вот оно, как здесь висит. Все классно. Маша, теперь ты. А, нет, это не кенгуренок подпрыгнул. Это вы неправильно повешали ему этот мешок. Его сиденье. Так, аккуратно. Там густые килограммы. Аккуратно. Маша, следующая. Самое опасное, наверное, шляпу будет ему одевать. Давай, Тимофей, попробуй шляпу. Ай, нет, не подпрыгнул. Но зато он такой деловой стал, смотрите. Так, Маша ему веревку на шляпу повешала. Дальше. И куда ему сумку вешать? Даже не представляю, куда можно сумку повешать. Аккуратненько. И не получилось. Так, Маша, давай. Так, какие остаются? Кенгуренок остается. Давай посмотрим, куда его там садить. В маманьку его. Посадили кенгуренка. Ура! Так. Что, Маш, две самые такие вещички, которые могут механизм привести в работу. Механизм не сработал, но зато все попадало. О, продолжаем играть? Ну, конечно, счет же еще не открыт. Кто теперь будет первым? Я. Продолжаешь первым? Хорошо, давай. Итак, на
наша шляпка. Ну какая она все-таки прикольная в этой шляпке. Маша, а ты что повесишь? Ага, это вещевой мешок. Ты решила ей на ушко повесить? Отлично. А это самое опасное, Тима. Это же седло. Вот это да, Тима. На тебя кенгурушка выпрыгнула, представляешь? И счет 1-0 в Машину пользу. Теперь начинает Маша. Ну что, Маша, готова? Да. Давай. Маша теперь хитрюга. Она в шляпку первая вешает, то, что самое легкое. Тима, смотри, не попадись второй раз. А, у Тимы получилось. И... опс. Молодец, Тима, очень аккуратно. Так, вешаем наши аксессуары. Кирка. Что вы там еще? Ой, упала. Так. Это что ты такое повесил? А кто ж теперь был? Я. Ты повесила? Ты что? А что ж ты вешала на нее? Нет, я хотела фонарик повесить, но не успела. Вот это да! Кенгурушка, ты сравняла счет. 1-1. А давайте договоримся. Мы же играем до трех, да? То есть, кто три раза проиграет, тот проиграет. Итак, сейчас начинает Тима. Слушай, а может ты кенгуренка положишь ей? А то он там бедненький, что-то валяется. Где он наш там кенгуреночек? Вот он там. Малышечка выпадает почему-то. Так, только надо очень аккуратно, потому что она ж может прыгнуть. А, вот он выглядывает. Смотрите какой. Ой, ты мощенький. Так, шляпка у Маши. Отлично. Тима. Самое сложное. Самое сложное у Тимофея. А, получилось. Ну, Маша. Маша, как всегда, со своим вещевым мешком. Аккуратно, аккуратно, Маша. Опять она на тебя брыканулась. Не, ну хоть повесила чуть-чуть. Но все равно 2-0 уже в Тимину пользу. Играем дальше. Маш, не забывай, мы играем до 3 очков. Ребята, как вы думаете, кто выиграет в следующем раунде? Я. А вот это мы сейчас посмотрим. Давайте смотреть дальше. А я напомню, что у нас счет 2-1 в пользу Тимы. Ребята, как вы думаете, кто выиграет в этом челлендже? Проголосуйте вот тут. Да, вон там в уголочке. И поехали дальше. Кто первый начинает? Я. Нет, Маша начинает. Давай, Машуль. Ой, Маша решила маленького малышечку посадить. Маш, очень аккуратно. Так, дальше. Тима шляпу одел. Маша, очень аккуратно с такими вот толстыми большими вещами, потому что они как раз могут и спровоцировать то, что он подскочит. Ой. Аккуратно, что там, кирка у тебя упала? Поехали, Тима, это что, сковородка? Не успели мы заснять, как сковородку Тима повесил, потому что она подпрыгнула, эта кенгурушка. Счет? Ну, говорите, какой? 2-2. Ну, сейчас будет очень-очень горячий раунд. Потому что кто-то из вас проиграет, а кто-то... выиграет. Вот-вот. Ну что, заводим нашу кенгурушку, только убираем нашу шляпку. Затаив дыхание, мы ждем, кто же выиграет. Так, шляпа есть. Вещевой мешок есть. Седло. Седло очень аккуратненько, Тима. Ой, я бы лучше на твоем месте что-то другое взяла. А нет, есть, молодец. Маш, что ты будешь вешать? Лопатку. Так, лопатку. Так, Тима, очень-очень аккуратно кирку. Она ж у нас кто? Археолог? Да. Это компас. Что? Компас. Сковородка. Сковородка есть, и совсем мало вещей осталось. Что там у нас? Фонарь. Бери вот эту вот.
Маша, аккуратно с портфелем. Нет. Так, Тима фонарь повешал. Итак, Тима, твой фонарь тебя подвел. Выиграла Маша! Ура, я выиграла! Ребята, это очень захватывающая игра. Вам понравился челлендж? Да. Ставь лайк и подписывайтесь на канал Team Vision. И Маша! Пока-пока! Пока, друзья! Не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить наше новое видео.